Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я взломал аккаунт стримерши Анетки. И прямо сегодня я ее накажу. Потому что если вы смотрели мое прошлое видео, то в прошлом видео она надо мной очень жестко прикольнулась. Так вот, ребята, прямо сегодня будет прикалываться КентуПК. Я взломал аккаунт. И давайте, ребята, посмотрим, что же у нее с аккаунт. Но перед началом хотел бы вам подарить 5000 голды совершенно бесплатно. Тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, самое главное, посмотреть все видео от начала до конца без примоток. Всем желаю удачи, а мы идем дальше смотреть аккаунт Анетки. Первое, что вижу, у нее 0.98 кд. То есть она даже в 1 кд не вышла. Потому что она тупо 0.98 кд. В сезоне номер 2 у нее был лучший ранг элита. Это как? Это реально как? В первом сезоне лучший ранг рейнджер. Аккаунт у нее очень старый, ID начинается на троечку. А вот арочка у нее какая-то непонятная. Давайте ряд поменяем. На вот этого типа в масочке, вот какой он опасный. Смотрим, что у Анетки по союзникам. Лучший ранг гол 4. Эх, Анетка, Анетка, ну ты тупо, ну бедка и бомжетка. Вот так вот. Общая статистика КД 1.57. Ну хотя бы в общей статистике Анетка играет нормально. 3000 часов? Как за 3000 часов ты еще до сих пор не легенда? Прямо сейчас мы узнаем, когда же последний раз Анетка играла на этом аккаунте. Схожу в историю матча, и что же мы видим, господа, леди и джентльмены? Последний раз она играла 7 июля. Ё-моё, это получается 1 месяц назад Анетка играла на этом аккаунте. Лоу, что? А потом, еще спустя месяц, она еще раз зашла и поиграла уже 10 июня. Анетка, ну надо чаще играть стендов 2, ты еще так редко играешь. Так, тут она играла плюсовое КД, тут она отыграла тоже плюсовое КД. Ну, Анетка неплохо, хэштег непогано. И процент побед у нее 49%, ну, кстати, тоже неплохо. Ну, вообще нормально играют. Учитывая то, что она девушка, то она нормально играет. Самое главное, чуть не забыл, у меня же есть клан под названием Бомжетка. Просто посмотрите на участников клана. Первый участник клана у Анетки такой же самый аватарка, как и Анетка. Второй тип тут какой-то качок, и то это какая-то картинка с интернета. Третий тут аватар какой-то девушки и надпись ТИ-ТАК. Наверное, хотел написать ТИК-ТАК, написал ТИ-ТАК. Это что за нуба клан? Погнали, немножко почитаем личное сообщение. И первое же сообщение, которое пишут: Бомжетка. Ха-ха. По факту все сказал. Привет, Анетка, я твой сап, можно промо на нож? Нет. И ничего себе наглый, промо на нож просит. А что тебе еще дать? Можете сразу подарить аккаунт, логин и пароль-то написать. Пры-пры. Ой, я так люблю, когда школьники пишут пры-пры. На языке школьников означает привет. Ну так сказать, чтобы вы знали. Я твой подписчик. Отправишь заявку в друзья, пиши. Отправишь. Почему такое ощущение, что Анетке пишут только 3-летние дети? Не знаю, дети, которые только родились. Привет, прив. Здарова, брат. Привет, почему не отвечаешь? Я хочу с тобой поиграть. Братан, хоть и дальше. Привет, я Ярик, го 1 на 1. Привет, я Бомжетка, го 2 на 2. Анетка, пиши, я твой подписчик, можно в клан. О, тут парень сразу по-богатому. Год дуэльно, столько голды. Ничего себе, ты скромняга, родной, ты чё? Какие столько голды, ты черный с дуба рухнул. А потом сверху, я тебя лю, пробил блю. Ничего себе, новое слово. Опа, опа, опа. Типа уже извиняется, потому что пишет, прости, может, мои друзья. Отклоняем твою заявочку. Ну что, леди и джентльмены, прямо сейчас мы посмотрим, а что же там интересненькое на аккаунте Анетки. Полетели. Что же я вижу? У Анетки целых 8 кисточков, которые мы, ребята, конечно же, откроем. Значит, мою голду она тратила только так. Поэтому, Анетка, не переживай, мы тоже твою голду потратим. Ох, что? У нее 24 тысячи голды. Ничего себе, сказал я себе. Вот это Анетка при бабках. Вот это, конечно, я понимаю. Что же мы видим? Кучу-кучу рарочек. А зачем ей так много рарок? Анетка, ты еще сумасшедшая? Зачем тебе так много всего этого? Дальше, видимо, кар-карбоны. И даже некоторые кар-карбоны с наклейками. О, а кар-карбон с легендарками. Вау, какой красивый. Так, ребят, я предлагаю потихонечку начать Анетку наказывать. Мы сотрем одну наклеечку. Пух, все, 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 все. Только, ребят, ребята, никому! Так сказать, немножко навелись. Ты немножко, так сказать, взломали Анетку Бомжетку. Листаем вниз и посмотрите, как много у нее рарок. Я не понимаю, она что, рарки покупать на рынке или что? Анетка, объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя так много рарок? Зачем они тебе?
Ну ладно, ладно, листаем вниз, рарки. Тут у него комонки, зачем анкомонки? Анетка, ты чё, сумасшедшая, где твои нормальные скины, ты зачем? Вы просто посмотрите, как много у него анкомонок, Даже ничего делать не надо никого взламывать, ничего не надо делать. Анетка уже все сделала вместо нас, просто посмотрите на ее аккаунт. Анетка, ты чё творишь, дорогуша? О, пошли нормальные дорогие наклейки. Ну как дорогие? Вот эти наклеечки стоят сколько? 9000 голды! Не, реально дорогие пошли. 9 косарей, а вот это сколько? 61. Ничего себе, у Анетки наклейки. Вот так вот живут, ребята, вот так вот живут эти девушки. У нее даже есть Evil Pumpkin наклейка, которая стоит 1700 голды. Ого-го! Анетка, ты вообще нормальная? Откуда у тебя так много всего? Что же мы еще видим? О, гифтбоксик. Да ты что, сладенькая. Origin кейсички, Rival кейсички, Хлэнстикер паки, Чарм паки. Ничего себе, ты богачка. Так, ребята, я предлагаю немножко, так сказать, погулять. Мы на аккаунте Анетки можем один фуриус кейсичек просто взять и открыть. Ну а че бы нет, ребята, че бы нет. Легендарочка, Анетка, ну тебе повезло. Тебе прям, ну прям повезло. Ну сегодня явно твой день. Легендарочка выпала, это хорошо. Так, ребят, мне интересно, какие у нее есть дорогие скины, потому что пока что все, что я видел, это только кейсички. О, пошли арканы, пошел контент по трубам. Ё-моё, вы на приколе. 5, 10, 15, 19 ножичков, 19, даже у меня меньше, и 3 пары перчаток, обалдеть. Вот это понимаю, Анетка, живет по-богатому, Анетка. Ничего страшного, мы сейчас твой аккаунт немножко подправим. У нее даже есть АКР ТХ с пауком. У меня только один вопрос, почему на таком красивом АКР ТХ такие страшные наклейки, Анетка, ты сейчас дуба рухнул, дорогая ты моя. Нормальные наклеечки наклеи, ну не позорь ты меня. Дальше есть АВМ и Генезис, и притом не один, а целых 3 штуки, каждый из которых стоит по 1500 голды. Обалдеть, у нее даже есть USB геометрик с крутыми наклейками. Обалдеть, блин, балдежные наклейки, балдежный скин и вообще балдежный аккаунт, ребят. Я даже не знаю, с чего бы начать. У нее даже есть АВМ и спорты, ого, как много. Так, ребят, я думаю, надо уже что-то продавать. Ну, это, блин, Акерник Роман, все равно таких 2 пары. Зачем тебе 2 пары? Так, продаем за 1 голду. Чао, какао. Повезло. Так, ну давайте уже и второй продадим, так сказать, под шумочек. Все, все. Это, ребята, я Анетку наказываю за то, что она надо мной очень жестко прикалывалась. Посмотрите мое прошлое видео, кто не смотрел, на просто трындец был. Так, ну что, ребята, а теперь, говорится, погнали делать крафтики. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас сделаем крафт Origin коллекции. Надеюсь, Анетка это не увидит, потому что если она все это увидит, она будет плакать. Блин, ребята, посмотрите, что я делаю, что я делаю. Я крафчу тут 2 скина с Origin коллекции. Но если любите такая РТХ, то мы даже вышли плюс. Поэтому все нормально. Ахалай, махалай! У Анетки Бабби Джон, отпадай! Так вы этого не видели, так вы этого не видели. Так, что же мы еще такое-то сделаем на аккаунте Анетки? У нее есть какой-то другой ножичек. M9BN Dragon Glass, который стоит 23500. Мы просто берем и выставляем на рыночек за 50 тысяч голды. 50, раз, два, три, все. Анетка заходит на аккаунт и не понимает, что произошло, куда все пропало. А это кем-то ПК суеты навел. Так, ребята, знаете что? Давайте мы купим еще Desert Eagle Glory. Еще купим их, знаете, штук так 100, чтобы она зашла на аккаунт и не поняла, что произошло. Оп, 100 штучек. Иди сюда, найди ты к папочке. Чтобы понимали, у Анетки уже 1421 новый предмет. Ой, блин, все зависло. Ребят, все зависло, просто посмотри, что происходит. Стендов 2 сошел с ума, остановите мир. Стендов. Ай, блин, не, пацаны, просто говорят, трындец происходит, что происходит? Это трындец, это просто трындец. Так, ребят, походу надо перезаходить. Ну чё, давайте посмотрим на ее инвентарь. Ой-ой-ой, как же много всего, Анетка, моя ты сладенькая. Я смотрю, Анетка вот очень любит рарки. Давайте мы прямо сейчас выберем рарочки. Выберем, ну, например, Origin и Furious коллекция. И прямо сейчас купим Анетке немножко рарочек. Я придумал. АВМ Феникс. Замечательно. Купим 50 штук на 1050 голды. Она меня просто прибьет, представьте. Ладно, Анетка, я тебя очень сильно люблю. Это... Анетка, это трейд, ты не пугайся, это трейд, это трейд. Ты потом, ну, на этом заработаешь еще больше. Просто посмотрите, у нее в инвентаре 1500 новых предметов. Я не знаю, если бы я видел у себя такое на аккаунте, я бы, наверное, потерял бы сознание. Блин, ребят, посмотрите, сколько этих АВМ Фениксов, обалдеть. Так, кстати, вот я тут подумал, у Анетки что-то слишком много шарп-кейсичков. А давайте-ка мы прямо сейчас, пух, откроем их на шабине. Па, оп-па-па, и Анетке выпала эмочка Сор. Ну, не повезло, бывает такое, говорит.
лице. Не повезло в кисточках. Повезло в любви с кем-то ПК. Опа, опа, легендарка! Так, ребят, дело буст раз, дело буст два, дело буст три. Аркана! Выпади! И нам выпадает, ребята, USP Purple Hammer. Ну, я думаю, она, конечно, любит рарки. Поэтому, в принципе, все нормально, все под контролем. Еще один шаркейсчик мы открываем. И надеюсь, нам выпадет Аркана. Аркана! Аркана! Ну, правда, Аркана стоит... сколько она стоит? 80 голды? А, 118. Поправочка, поправочка. Нормально, нормально. То есть, кейсичек вышел в ноль. Открываем дальше. Открываем дальше. Без буста, без всего, без прелюдий. Нам выпадает. Обратно же эмочка Сур. Не, ну вы совесть имейте. Дайте нам нормальные скины. Так, обалдеть. Осталось ровно 3 попытки. Я очень надеюсь, что нам повезет, ребята. Потому что если нам не повезет, то ну, придется еще покупать. Так, тег 9 нидл. Понял, принял. Давайте дальше. Ну, можем себе позволить. И нам выпадает обратно М16 нидл. Так сказать, я огорчен, а Анетка рада. Все, все, ништячок. Вот так вот инвентарь смотрится гораздо красивее. И нам обратно выпадает еще одна рарочка, которую очень любит Анетка. Я вот думаю, ребята, мы забыли кое-что сделать. Мы забыли поменять ник, потому что это не Анетка, это бомжитка. Хэштег бомжитка в комментарии. Ауф. Я предлагаю прямо сейчас немножко поделать крафтики. А, я понял, я понял, я понял. Так, ну я думаю, если бы я скрафтил, вот видите, с этой наклеечкой, мне кажется, Анетка меня бы не простила. Поэтому давайте без наклеечки я лучше сделаю крафт. И нам выпадает эмочка Гран-при Экстатрек. Хорошо. У меня только один вопросик, а мы сможем сделать еще один крафт? А мы можем сделать еще один крафт? Там еще легендарочка выпадет какая-то. Ё-моё, ребята! Пау! МП7 графти. Вот так вот, ребята, успешно мы простерились с Анеткой. Вот, так сказать, голды, наверное, 300-400. Я вот смотрю, Анетке слишком много ненужных наклеечек. Давайте-ка, ребят, одну наклеечку смотрим, вот Феникс. Оп! Пух, все, все, все. Ребята, только никому не говорите, даже Анетке все. М16 камуфляж с наклеечкой. Ну надо тоже стереть. Ну куда? Ну зачем тебе наклеечка, Анетка? До свидания. А давайте-ка мы еще запрячем ее аркан. У нее же очень много разных аркан. Мы их просто запрячем на рынок. Вот это, ребят, я тупо злой гений. О, АВМ Винтерспорт, который стоит 5000 голды. У нее еще очень дорогие наклейки. Я поставлю на рыночек за 20 000 голды, все. А, даже за 200, за 200. Запрятали, запрятали. Короче, ребята, я думаю, Санетки хватит. Поэтому, ребята, если вам понравилось подобное видео, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если вы совершенно бесплатно хотите получить лично от меня промики на перчатки настоящие, прямо сейчас переходи в телегу, потому что прямо сегодня там будут розыгрыши на перчатки. Но, бро, жду тебя там, ссылочки в описании. Все, ребята, всех обнял, приподнял, всем удачи, всем пока!